Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать свой видеоотзыв о еде. Ну, это как бы кофе с iHerb'а. Это вот такое кофе от Whitney Coffee Roasters. Это название Organic Peru или Peru, не знаю, как правильно. К сожалению, я когда заказывала, то я чуть-чуть неправильно заказала. Я заказала в зернах кофе. Но, вы знаете, я нашла, кто мог бы мне его перемолоть, и попробовала его уже перемолотым специально таким, ну, как бы методом, чтобы можно было заваривать в турочке. Я всегда завариваю в турочке кофе. Что могу про него сказать? Это органический кофе, USD Organic, очень строгий сертификат, то есть я ему верю, 100% арабика, упаковка со специальной такой мембранкой, но, к сожалению, ну, чуть-чуть видно, было отрезано, чтобы его можно было перемолоть. Специальную мембрану, которая, ну, как бы сохраняет аромат этого кофе, и в то же время как бы эти зерна не, ну, как бы спривает, или как это правильно сказать. Степень обжарки тут мне понравился. Это кофе чуть крепкий, но без сильной кислинки, то есть это тоже интересное сочетание. На вкус он как бы мягкий, я не знаю, как это объяснить, но вот интересное сочетание, то есть как бы по факту это крепкий кофе, но с мягким вкусом. Ну, я так это могу описать. Зерна были одинакового размера. Я, к сожалению, ну, не оставила ни одного, чтобы вам показать. Но я вставлю, может быть, фотографию, какую найду. Эти зерна были без колов, без какого-то там мусора, знаете, вот такое там 1/4 зернышко. То есть этого ничего не было. И вот сам кофе, вот это вот зернышко, оно какое-то, знаете, такое без налета, без блеска вот этого. Я хочу верить в то, что все-таки это кофе они не обрабатывали дополнительно, чтобы оно сохранялось более длительное время. И я вот подозреваю, что оно без налета за счет этого. Какой-то вкус у него, ну, тут написано с фруктовым запахом, да, каким-то таким, ну, аромаксамытом, да, грубо говоря. Но я почему-то там чуть-чуть почувствовала орехово-шоколадный такой, знаете, вкус. Вообще, тут 340 грамм, то есть, в принципе, очень большая распаковка. И мне понравилась еще сама концепция этой компании. То есть, они часть своей прибыли отдают на то, чтобы строить какие-то новые школы в Замбии. То есть, они молодцы. Я, конечно, далека от Замбии, да, но действительно очень классно, что они вкладывают какие-то деньги в образование детей. И я вообще, ну, удивлена. То есть, это очень социально ответственный бизнес, и мне это очень нравится. И в то же время очень вкусный кофе. Интересует, пробовали ли вы это кофе? Если да, то насколько наши вкусы совпадают? И спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал. И всем удачи, пока!